Одно из крупнейших предприятий Приморского края, Находкинский судоремонтный завод, уже летом этого года спустит на воду первый краболов. Вот так выглядит внутри краболов вместительностью 100 тонн живого краба. После того, как все сварочные работы завершатся, их направляют на покраску и на доукомплектацию. Строительство промысловых судов проходит по государственной программе «Квоты под киль». Всего в данный момент на стапелях предприятия находится 8 краболовов. Мы находимся на стапеле, 3 корпуса формируются. Последующие 2 секции уже в цехе заложены. Вот. Через несколько месяцев приступим к стапельной сборке, к так называемому укрупнению. Благодаря проекту завод создал 600 дополнительных рабочих мест. Сегодня на заводе работает порядка 1200 человек. Это специалисты разных профессий и уровней. Кроме того, руководство предприятия стимулирует молодой коллектив достойной заработной платой и обучением по повышению квалификации. И сейчас НСРЗ готов предоставить рабочие места для прибывших в Находку вынужденных беженцев из Украины. По поводу приехавших людей могу сказать, да, естественно, мы ждем, коллектив у нас дружный, готовы обучить, если кто не владеет какими-то навыками или специальностями. В основном нам требуется это сборщики корпусов металлических судов, слесаря-ремонтники, дефектоскописты, производственные мастера, мастера контрольные, так называемые мастера УТК. Всего на предприятии открыто порядка 100 вакансий. Санкции со стороны Запада, по словам руководства завода, особо не повлияли. Металл отечественного производства, все элементы и части судна изготавливают в цехах НСРЗ. Своими силами. Все 8 новых прочных краболовов, построенных в Находке, выйдут в море к концу 2024 года.